Вчера во время лекции у моей машины украли оба зеркала. Скажите, пожалуйста, что мне следует понять из этого случая? Хороший вопрос. Спасибо. Есть одна примета ведическая, очень важная. Если вы чувствуете, что в вашей жизни происходит что-то хорошее, и в это время начинаются какие-то мелкие пакости вокруг вас, то это значит, что это хорошее для вас имеет судьбоносное значение. Однако, если вы будете сильно много на эти мелкие пакости внимания обращать, и на хорошее обращать меньше внимания, значит, вы этого недостойны. Всегда, когда у человека что-то хорошее в жизни происходит, начинаются мелкие пакости. Это закон. Всегда. Если что-то хорошее происходит, и мелкие пакости начались, то радуйтесь. Здорово. Значит, так и есть. Пора закать. Это значит испытание. Это значит, вы еще недостойны как бы этого хорошего. Вам надо еще пройти испытание сначала. Но всегда, когда человек что-то хорошее происходит в его жизни, и начинаются какие-то вещи вокруг, это значит, это имеет важное значение. Есть такая примета в ведах. Если вы что-то хорошее с вами происходит, и ничего вокруг не происходит плохого, это значит, в судьбе вашей это сильно чего-то не изменит. Ни изменений сильно их не будет. Однако, если что-то хорошее происходит, и сразу начинаются препятствия вокруг, это значит, что это будет в вашей жизни нести большие изменения. Но имейте в виду, что если у вас есть сильное желание что-то иметь, и у вас есть, появляются сильные препятствия к этому, и судьба не пускает вас туда, это значит, что вам туда не надо. Понимаете разницу? Когда само что-то хорошее происходит, само, неожиданно, и при этом возникают какие-то мелкие пакости, это значит, что судьба что-то важное дает и проверяет. А если мы чего-то хотим со всей силы и не пускает, не дает, бьемся, не дает, значит, судьба говорит, не ходи туда, снег башка попадет, больно будет. Понятно? Важно отличить эти две вещи. Научиться отличать эти две вещи. Современная психология утверждает, что мысль материальна. Так ли это? Позитивное мышление, визуализация. Что об этом говорят веды? Что сильнее, сила мысли или сила звука? Веды говорят, что мысль, когда человек визуализирует свою мысль, он всегда в это время использует свою прошлую карму. Допустим, человек говорит, я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, пузатый от меня убежал, как от огня. Вот. Ну, это так, шутка. Я хочу чего-то, допустим, человек думает. В это время его прошлая карма выходит наружу, и если у него есть на это карма, он получит то, что он хочет, а если нет, не получит. Однако же, когда человек произносит звук, то есть он молится, то он создает новую судьбу. Новую судьбу. Когда человек сильно жаждет чего-то, хочет, он тоже создает новую судьбу. Но эта судьба является неблагоприятной. Человек должен настраиваться бескорыстно и молиться. В этом случае он создает благоприятную новую судьбу. Потому что в это время счастье само начнет приходить в его жизнь. Он даже не будет ждать, звать. Понимаете? Поэтому мысль в этой связи хуже, чем звук. Но если человек думает о Боге, это значит, что его ум чист и безгрешен в это время. Но человек не всегда может думать о Боге. Попробуйте весь день думать о Боге. Вам домашнее задание. Проверьте, у вас ум безгрешен и чист или нет. Вы будете думать о Боге, думать о Боге, думать о Боге. И потом подумайте, жрать хочется. Значит, не безгрешен. Или думайте о Боге, думайте, когда же придет этот трамвай.
значит, не безгрешен. Или думаете о Боге, а сын у меня голодный. Человек, который абсолютно свят, ничто не мешает ему думать о Боге. Даже если что-то происходит в его жизни, он не отвлекается от этого. Поймите, что в уме служить высшей силе очень сложно. Лучше это делать в звуке. Потому что ум то подчиняется духовной силе, то недуховной. Он постоянно его мотает туда-сюда. Совсем уже пора заканчивать, да? Давно уже. У нас осталось 3 записки. Следующая лекция будет уже по семейным отношениям. Тоже как бы истинный домохозяин называется. Все сели прямо. Вам понравилось вчера вечером, как мы желали счастья? Что вы почувствовали? Кто может что-то сказать, поделиться своими ощущениями? Или вы ничего не почувствовали? Я вот, например, почувствовал, что к концу пожелания счастья я почувствовал, что весь зал очистился психически. Я вот так, у меня ощущение чистоты от всего зала было. И я почувствовал, что вот это пожелание «я желаю всем счастья» стало настоящим. Вот когда только начинаешь ей повторять «я желаю всем счастья», это просто фраза. А вот когда, если зал действительно крепко и сильно это делает, внутренне сосредоточенно, то наступает такой эффект, что когда мы повторяем «я желаю всем счастья», вот это вот пожелание, оно становится реальным, воплощенным прямо немедленно в жизнь. То есть вот реально просто присутствовало это вот пожелание вот в полном своем виде вчера вечером. Кто почувствовал это? Вот это означает, что вы включились в процесс. Все остальные лишь хлопали ушами. Потому что, когда повторяешь «я желаю всем счастья», ушами надо не хлопать, а слушать. Через уши приходит в сердце понимание того, что происходит. Надо научиться жить в звуке. Это и есть практика развития разума. Учиться жить в звуке. Надо почувствовать, как звук влияет на меня, и тогда человек сможет потом его, с помощью него, влиять на других. Надо, когда повторяешь «я желаю всем счастья», почувствовать, как это реально действенно работает. Надо это почувствовать, понимаете? Если это есть. Ничего не надо придумывать. Потому что если этого нет, значит этого нет. Но мы должны создать такой звук сейчас. Надо сесть прямо и мысленно кланяться. Потому что если мы будем мысленно кланяться всем остальным и повторять в глубоком смирении по отношению к окружающим людям, тогда этот звук станет сильным, идущим от сердца, от разума. Сильный звук означает чистый от эгоизма. И еще, повторять надо спокойно, не торопясь. И надо, чтобы звук старался, чтобы звук исходил из груди. Иногда, если женщина повторяет «я желаю всем счастья» из груди у нее исходит, то звук становится очень звонким и тонким. Не надо этого бояться, потому что таков естественный звук ваш. Иногда он может поменяться просто. Вы повторяете «я желаю всем счастья», он становится необычным, а каким-то густым, допустим, или необычным становится звук. Не бойтесь, это ваш настоящий звук. Если мужчина, допустим, повторяет «я желаю всем счастья», у него звук стал очень густым таким, как труба, таким низким. Не бойтесь, это тоже значит ваш настоящий звук. То есть надо просто привыкнуть к этому, что настоящий звук, он может отличаться от того звука, которым мы обычно говорим. И этот звук идет от разума уже, а не от ума. Потому что ум издает один звук, а разум издает другой звук. Как определить звук разума? Очень просто. Когда человек искренне повторяет «я тебя люблю». Вот искренне. Этот звук произошел от разума. А если он говорит «ну, конечно, я тебя люблю, какие могут быть сомнения?» Этот звук идет от ума. Понимаете разницу? От разума звук очень искренний и чистый, он идет из сердца. А от ума звук поверхностный.
Надо постепенно, мы повторяем, я желаю всем счастья. Сначала звук идет от ума, постепенно он глубже, глубже в сердце проходит. И чем ближе к сердцу, тем он действеннее, сильнее и реальнее становится. Все, теперь будем тренироваться. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, успехов, духовного прогресса, всего самого лучшего. Я очень признателен вам за то, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо, до свидания.